У Могилевском палаце шлюбов на перед дни Роства Христова рецептами семейного счастья делятся молодые семьи и юбиляры. До акции «Рука у руце» долучаются тех, чей шлюб зарегистрованы у снежней пары. Пишут на елочных шарах слова, что символизуют долгие отношения. С секретами счастливого шлюба могилевчане поделились и с нашими корреспондентами. Рецепт щастя у кожної сім'ї свой. Написати його на ёлочним шарі пропонують парам у Могилевському палаці шлюбов. Традиція упригожувати новогоднюю ёлку палаца такими цацками існує уже 3 года. В 2013 году к нам обратилась юбилейная пара. Они 60 лет вместе, семья Пустынцева. И вот можно сказать, что с них и началась эта замечательная традиция. Дмитрий и Юлия разом уже около 15 годов. Кажуть, у семьи треба учиться отдавать. Рецепт счастливого брака одним словом. Стараться сделать счастливыми друг друга. Вот, скорее всего. Возможно. Потому что когда все счастливы, тогда и в доме все хорошо. Оксана и Александр познакомились у интернете. Одной из встреч хапила, каб зрозуметь, это назавжды. Навод подчас интервью не отрываются один от одного. Как думаете, что позволит вашему браку быть долгим и счастливым? Взаимопонимание все-таки, Терпение. Да, взаимопонимание, терпение, любовь. Кахание – их рецепт счастья, а первые совместные мары простые. А девочки? Девочки, да. Это в первую очередь, чтобы это никогда не заканчивалось. Не заканчивалось. Да. У Могилевском ЗАГСе подводят выники. За опошние 5 годов 2016 стал самым небогатым на шлюбы. Посвечение отрымали около 2500 пар. Это на 750 шлюбов меньше, чем летость. Прогнозуют, что в 2017 ситуация изменится. Попередня на регистрацию уже записались 700 пар. Татьяна Сергейчик, Надія Мішкевич, Віталь Вопсів. Новини регіон.